Всем привет, дорогие друзья! Ну вот что ж, наконец-то мы посетили новый зал сегодня, да, который открылся у нас в поселке Чернышевск, ФОК. Здесь, то есть, огромное здание, множество залов для боксеров, для футболистов, теннисистов, волейболистов. И есть такая небольшая тренажерочка. Оборудование представлено здесь: тренажер для жима лежа, тренажер для бицепсов, на выпрямление и сгибание ног, то есть тренажер бабочкой для задней дельты, тренажер тяга верхнего блока для широчайших мышц, то есть многофункциональный блочный тренажер для различных упражнений, кардиотренажер 1-2, то есть стоечки для приседаний, наклонные различные лавочки, значит, у нас здесь вот, значит, стоечка для отклонов и стоечка для жима лежа, и вот такой гантельный ряд. В принципе, самые большие гантели весят 40 килограмм, ну и самый маленький вот 1 килограммчик. Думаю, в принципе, для тренировки полноценной здесь все есть. Тренировки стоят недорого, всего лишь 160 рублей за час, 165, ну относительно недорого.